Четвертая газета за 2012 год. Смотрим. Вот как я как раз я от издателя здесь опишу, что пришло письмо, в котором говорилось следующее. Сейчас предлагается большое количество разных методик диагностики, вот и прочее. Какой из них вы можете порекомендовать? Интересный, конечно, вопрос, какой я могу порекомендовать. Самодиагностику, самочувствие. У вас есть такое замечательное самочувствие, когда вы сами можете отследить состояние и своего здоровья, состояние своей жизни, состояние вообще своего существа. Это никто за вас не сделает. И это должны сделать вы сами. Чувствуете, что вы что-то устаете. Ага, значит, надо что-то сделать так, чтобы вы не уставали. Чувствуете, что-то где-то начинает болеть. Ага, значит, предпринимаете такие ходы для того, чтобы в жизненный, чтобы это ушло боль. Вот это самое лучшее. А все остальное, наблюдаете за своей калом, за своей мочой, за своими, что у вас за мокрота отходит по утрам. Вот это самое лучшее. Ну, а это просто, знаете, отдать деньги, вам там скажут. Если, понимаете, если человек не хочет следить за собой, говорит, а да, кто-то там, вот у меня что-то там такое. Ну, скажут, что да, у вас там понижено, там, допустим, содержание гемоглобина в крови, у вас там понижена там концентрация желудочного там сока, или его крепость, или слабая, или чрезмерно кислая. Ну, еще что-нибудь, допустим, скажут там, все там, или там опухоль там есть, что там, вот опухоль есть, да. Будто вы не знаете, что вот тут разболелось-то там, злокачественно, не злокачественно там, вот. Ну, этот вопрос не будем брать. Но вообще там, допустим, гнойник появился, прыщи пошли, еще что-то там, гланды болят. Вы это, насморк пошел, банальный насморк, вы все понимаете, отлично, что с вами не то. Ну пошли, они вам еще сказали там такое. А вот дальше что делать? Коррекцию лекарствами можно сделать, коррекцию лекарствами, и делает. И вот я буквально таки вчера или позавчера смотрел фильм американский. Вот, и там женщина с одним мужчиной, знающим жизнь, побеседовала, и она ему призналась. Вы знаете, вот после 40-минутной беседы с вами я поняла, что со мной там происходит, успокоилась и поняла, как жить. А до этого 3 года ходила к психологу на беседы, и он ничего мне не мог дать, то, что вы мне дали за эти 40 минут. Позвольте. Так этот человек, он денежки-то за нее, за эту беседу не берет, он хочет ей просто-напросто помочь. Ну, примерно как я вам через эту газету, потому что 5 рублей стоит эта газета. Более того, я эти как-то средства что-то и не вижу, чтобы они были. Вот они куда-то, да, что-то там идет, что-то там это. Ну ладно. Вот. А врач, он живет этим. Это профессия, которая должна его кормить. Поэтому все эти страдальцы-пациенты, которые к нему идут, он их рассматривает с точки зрения получение дохода. И если он за 40 минут только хоп, будем говорить, даст действительно дельный совет, который поможет там в жизни, то человек дальше к нему не будет обращаться. А как же он будет жить? А так он в течение 3 лет дает какие-то рекомендации, проводит сеансы. И это все, естественно, положительно сказывается на его кармане. Вот и вся медицина до копейки. До копейки. Отрасль для зарабатывания денег
которая не заинтересована в том, чтобы вы были здоровы, она заинтересована в том, чтобы вы постоянно болелись и постоянно в кавычках лечились. Так, что тут я тут пишу? Вторые блюда. Ага, вот вторые блюда для Великого Поста я писал. Хорошо сделал, хорошо. То есть так более-менее законченный получился рекомендация к этому. Значит, и третья статья идет. То есть она началась третья. Третья статья, как она началась с начала года, да, или со второго номера, пошла статья «Сахарный диабетин», она такая огромная, ну тут целую книгу можно вообще-то написать. И я вот ее продолжаю, значит, из номера в номер. Значит, тут... Уже диета пошла, расписаны какие-то там, какие продукты, сколько чего тут по граммам, о хлебных единицах. Вот, все это такое, первое блюдо, вторые напитки, какие должны быть. То есть рекомендации не только бегать, но вот и уже как приготовить вот эти вот блюда, чтобы они на вас влияли правильно. Для усиления пищевой и так далее, там вопросы задают, можно ли больному сахарным диабетом определять алкоголь, значит, тоже можно или нет. Опыт оздоровления с комментариями, есть, значит, комментарии. Неправильное оздоровление, то есть много людей, которые, почему у людей отбивается охота заниматься собой. Да потому что, во-первых, это действительно надо самодисциплину, чтобы это делать. А второе, важно понимать, что ты делаешь, чтобы это тебе помогало, а не то, что ты это сделал, а потом у тебя там пошли какие-нибудь обострения, они закономерные, и после них идет выздоровление, либо наоборот, это ухудшение, это тоже надо знать. Но это наука такая же, которую, понимаете, надо затратить определенное количество времени, посидеть для того, чтобы изучить. Плюс еще умудриться применить на себе. Поначалу будет куча ошибок, но опыт сын ошибок трудных, он как раз вас и научит этой науке. Без опыта, как отрицательного, так и положительного, ничего не будет, понимаете, ничего не будет, вы не получите того надо. И для этого, как правило, таких учителей нет. Вот через эту газету я как раз вам рекомендую, что, что и как делать. То есть я сам сидел, разбирался, получал шишки, обострения, но выходил из них, я вот жив. До сих пор идет 62-й год моей жизни, хотя, как я вам сказал, вот вначале я там писал свою автобиографию, мне рассказали, а ты когда родился-то, посчитали, что ты умрешь, понимаете? То есть, уже, возможно, я уже был без сознания, где-то там доходил, еще там что-то там такое со мной происходило. Те признаки, которые врачам указали, что этот новорожденный не жилец. А ну видите, как бывает. Взялся и глядишь, живешь дальше. И думаешь, ага, человек умирает, все, ему там никто не поможет. А главное, чтобы он сам себе помогал. И как он только начнет это делать, все пойдет как надо. Значит, школа здорового образа жизни, методика очищения полевой формы жизни. Что это такое? Как ее очищать? Я сам проходил все эти очищения. Очень интересные и важные вещи. Очень. Как-нибудь расскажу более подробно. Но так как я решил на каждую газетку отводить 10 минут, то она практически вот уже закончилась время на эту газетку. Вот.
Можно, конечно, было бы и побольше говорить, но современный интернет, современные скоростя, они, понимаете, люди не хотят вникать в что-либо. Так, одну минутку, другую минутку, максимум там 3 минутки, они что-то там это самое схватили, какую-то новость, и все. А здесь все-таки нужна вдумчивая, планомерная работа над целым сводом знаний. Вот как раз через газету, через книги я это и выдаю. Ну, все, газетка подошла к концу.